Российская авиация в Сирии в рамках операции «Возмездие» наносит новые массированные удары по вооруженным формированиям террористов. Поражены цели в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор, Идлиб, Алеппо. Боевики запрещенного в нашей стране Исламского государства в результате лишились нескольких крупных объектов. При этом Министерство обороны России усилило ведение всех видов разведки в ближневосточном регионе, в том числе космической, как говорят в военном ведомстве. Это позволяет бить по позициям террористов в реальном режиме времени. С территории Российской Федерации стратегические ракетоносцы Ту-160 осуществили пуски 12 крылатых ракет воздушного базирования по объектам ИГИЛ в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате уничтожено 3 командных пункта, 2 склада вооружения и боеприпасов, полевой лагерь боевиков. Выполнено 59 боевых вылетов. Уничтожено 149 объектов. Эскадрилья дальних бомбардировщиков Ту-22Н3 нанесла второй сосредоточенный удар по очередным 6 объектам боевиков. Целями в этот раз являются узел связи, склад боеприпасов, мини-завод по производству взрывчатых веществ и заминированных автомобилей, а также база подготовки боевиков.